Здравствуйте, с вами Ольга Сомкина и «Культурная среда». Ровно 3 недели осталось до старта самого значимого культурного события сезона – 3-го международного дальневосточного фестиваля «Мариинский». Он откроется на приморской сцене дальневосточной премьеры балета «Дон Кихот» Минкуса в хореографии Горского по мотивам постановки «Петипа». В главных партиях выйдет звездный состав балетной труппы Мариинского театра. Ким Ки Мин, Рената Шакирова, Екатерина Кандаурова, Константин Зверев. Украшением балетной программы станут спектакли «Времена года» и балет «Золушка» на музыку Прокофьева. Это первый большой балет Алексея Ратманского, созданный специально для Мариинского театра в 2001-м. И уже много лет он пользуется неизменным вниманием петербургских зрителей, привлекая внимание ироничной интерпретацией масштабной партитуры Сергея Прокофьева. Концертную программу 3-го фестиваля «Мариинский» откроет выступление знаменитого скрипача и дирижера Лоренцо Настурики Гершовича и камерного оркестра приморской сцены Мариинского театра. Прозвучат 40-я симфония Моцарта и «Времена года» Вивальди. В программе фестиваля заявлены увертюра из музыки комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», концерт для скрипки с оркестром Мендельсона, сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Еще одним украшением концертной афиши станет выступление прославленной пианистки из Кореи Йол Юм Сун. Она является лауреатом международного конкурса пианистов Вана Клиберна и международного конкурса имени Чайковского. Наш слушатель познакомился с ней в 2016-м на первом фестивале «Дальневосточный Мариинский». Отдельного внимания заслуживает оперная афиша фестиваля. Вы только вслушайтесь в эти названия. «Тристан и Изольда» Вагнера, «Дон Кихот» Массне. Так поступают все Моцарта, «Соломея» Штрауса. Все это предстоит увидеть и услышать публике 3-го международного Мариинского в исполнении блестящих вокалистов, признанных во всем мире. Программа 2 фестивальных недель насыщена. Время определиться с тем, что нужно посмотреть обязательно, еще есть. С вами была Ольга Сомкина и «Культурная среда». До свидания.